70 км в час и 150 метров над землей. О таких возможностях беспилотников студенты Аграрного университета узнали в рамках образовательного проекта компании «Аэромотус». Специалисты организации рассказали о возможностях современных беспилотных систем и выполнили со студентами демонстрационные полеты. По моей специальности это вот очень мне, скажем так, помогло, так как новые модели рассказали, новые технологии, да и в целом мой кругозор улучшился, увеличился. Мне это очень понравилось. Компания «Аэромотус» занимается интеграцией беспилотного оборудования для промышленных и научных центров. В современных условиях одним из главных направлений использования стала геодезия. Кирилл Воронцов отметил, что дроны способны оптимизировать работу почти во всех сферах. Его основное преимущество, как мне кажется, заключается в эффективности работы, в снижении трудозатрат, энергозатрат, времязатрат. Уменьшение количества специалистов, которое нужно для выполнения определенных видов работ по сравнению с традиционными методами. И основное преимущество – это увеличение скорости работы, их эффективности и полноты данных, которые получаются с помощью дронов. Если раньше геодезистам приходилось проходить по всей исследуемой местности, то сейчас нужную информацию всего за 30 минут собирает дрон. Декан факультета Амир Кутлияров уверен, проект поможет студентам узнать много нового и понять, как применить накопленные знания. Такие встречи нам нужны для того, чтобы повышать квалификацию у наших преподавателей, у наших сотрудников. Это вот первое. Второе. Наши студенты, которые вот только поступают на первый курс, на второй курс, они уже смотрят вперед, они смотрят и выбирают те направления, те организации, где они будут работать. Современные беспилотники – это оборудование, способное выполнять тепловизионные и мультиспектральные съемки, воздушное, лазерное сканирование и многое другое. Это востребованная и перспективная технология будущего. Андрей Насеткин, Рустам Лукманов, столичное телевидение, вся Уфа.